Трагедия произошла 16 августа в городе Сасово Рязанской области. 45-летняя хозяйка дома с 26-летним сожителем накануне отмечала день рождения. Утром на почве ревности у них возникла ссора. Молодой человек разлил в помещении кухни бензин, после чего поджег бензин. Хозяйка дома и сожитель загорелись. Выбежав из помещения на улицу, охваченный пламенем, молодой человек наткнулся на одного из мужчин, который ранее находился с ним в одной компании, незадолго до происшествия вышел из дома. Мужчины упали, и пламя также перекинулось на последнего. Всех пострадавших доставили в больницу с термическими ожогами. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина, ее молодой любовник и их знакомые скончались. Сасовским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом с особой жестокостью». Обстоятельства произошедшего выясняются. Если окажется, что три человека погибли по вине разлившего бензин мужчины, дело будет закрыто в связи со смертью подозреваемого. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».